покупка первой лошади. Всем привет, дорогие друзья, и мы сегодня продолжаем проходить 100% прохождение Star Stable Online, и сегодня особенный день. Это покупка первой лошади на аккаунт. Случилось чудо, вы смогли накопить ваши первые крупные суммы старкоинсов и теперь готовы отправиться к вашей первой лошади на свидание, чтобы вместе с ней потом поехать к себе домой, оседлать ее и помчаться на покорение нашего Юрика. И случилось так, что это было зимой, а зимой как раз в деревушку Санты завезли новых лошадей. Это теннисийцы, теннисийская прогулочная. И так как Джессику я направила мысленно на конкур, то есть она будет заниматься конкуром, ей как раз будет очень, кстати, высокая длинноногая лошадь. Я безумно была рада, когда осознала, что сумма накопилась уже достаточно, то есть даже еще останется, и была в таком диком, волшебном ощущении от того, что сейчас, вот оно, этот момент, который пережил каждый ССОшник. Это первая лошадь, и это у нас уже будет новая лошадь, это будет третье поколение. Так что я желаю вам устроиться поудобнее, вспомнить, какой же была ваша первая покупка лошади, и с удовольствием, с ностальгией и наслаждением посмотреть данное видео. Как всегда, еще сработала моя магия. Стоило мне создать какого-нибудь нового персонажа, совершенно новый аккаунт, подумать о том, какая бы лошадь ему подходила, и случалось какое-то юрикское чудо. Этих лошадей добавляли в игру. Так и произошло с Теннесси. Я хотела ей конкурную высокую лошадь с худенькими ножками и светло-серую в яблоко. И, пожалуйста, вот оно, чудо, которое реализовалось по точному моему описанию. Поэтому, я думаю, восторг мой был просто до седьмого снежного неба. Мне очень понравилась теннисистская масти серая в яблоко. Особенно с короткой стрижкой. Или же с прической в виде шишечек. Джессике очень хочется иметь данную лошадь для конкура. И анимация меня устраивает. Прежде чем покупать любую лошадку, нужно очень хорошо к ней присмотреться. Устраивает вас либо масть или анимация данной породы. Меня все устраивает. И я хочу ее купить. СК хватает, масть и прическа выбрана. Не хватает только уровня. Но мне повезло. Данная лошадка появилась в приложении Star Stable Horses, где ее можно вырастить до 10 уровня и потом купить за ту же самую сумму, перенести в игру. Это я и сделала. Лошадка выращенная, 10 уровня, стоит и ждет, когда же Джессика купит ее к себе в конюшню. Это мы сейчас и проделаем. Покупая лошадку через приложение Star Stable Horses, ты можешь находиться где угодно и быть абсолютно любого уровня. Главное, чтобы у тебя хватало старкоинсов. Мне их хватает. Лошадка стоит 950, а у меня 1634. Поэтому на телефоне я нажимаю «Купить лошадь». Все, с меня списали всю необходимую сумму и в приложении сказали зайти в игру и навестить свою лошадку. Джессика ни разу не была в своей конюшне, поэтому сейчас она зайдет в нее впервые и встретится со своей первой купленной лошадью. Это важное событие для любого игрока. Добро пожаловать в твою новую конюшню. Ты можешь поставить своих лошадей в новые стойла, откуда ты легко сможешь их выбирать. Если у тебя в конюшне не хватает свободных стойл, остальные лошади будут храниться у тебя на пастбище. Кроме того, ты можешь обновить конюшню после достижения уровня 5. На каждом новом уровне улучшения, кроме прочих вещей, можно получить больше стойл. Поговори с Джоном, чтобы улучшить свою конюшню. Джон стоит снаружи конюшни. Джон находится рядом с абсолютно любой конюшней. Здесь можно получить дополнительные сведения о конюшне и как она устроена. Кнопка помощи расположена рядом с картой. Вот мы и зашли в нашу новую конюшенку. А точнее, в нашу конюшню.
Сейчас здесь находится всего лишь две лошадки. Начальная лошадь, которую мы приобрели по заданию, и наша первая накопленная лошадка. Пора с ней познакомиться поближе. Для начала снимаем всю амуницию с первой лошади, можем оставить нулевые подковы. Ну а если позволяет моделька, надеть недоуздок. К примеру, я обожаю надевать недоуздок на своих лошадок, которые отдыхают в конюшнях. Но, к сожалению, не все модельки игры это позволяют. Теперь парящая фортуна будет отдыхать до тех пор, пока я не захочу на ней либо покататься, либо докачать до 15 уровня. Теперь давайте знакомиться с хрустальной диадемой, нашей первой лошадкой. Первый подход к вашей купленной лошади – незабываемое ощущение. Вам сразу кажется, что лошадь как-то по-особенному двигается и реагирует на вас. Давайте вначале ее погладим. Нажимаем на мордашку лошади и выбираем «Гладить лошадь». Смотри-ка, ей нравится. Она ухожена и не требует еды до завтрашнего дня. А вот на следующий день тебе уже придется начинать хорошо о ней заботиться. Можно, конечно же, сразу сесть на лошадь, но я нажму на ее имя. Здесь у нас открывается меню лошади. Одеваю на нее всю амуницию. Все, лошадка готова. Так как у меня еще не выучена эмоция вести, я просто сажусь на лошадь. Вот такая вот красавица. Разумеется, теннисийская прогулочная лошадь намного отличается от начальной лошадки. И это большущая радость, иметь свою первую купленную лошадь, да тем более еще и недавно вышедшей породы. Так что поздравляю, Джессика, у тебя появилась своя первая настоящая лошадь по имени Хрустальная Диадема, прогулочная теннисийская лошадь. К сожалению, из-за того, что лошадка куплена в приложении, пока что у нее нету прически, только базовая. Но как только появится возможность, конечно же, Джессика поедет и переделает ей стрижку под короткую. Давайте посмотрим, как она выглядит на улице. Какая же красивая длинноногая лошадь. Думаю, Джессике она идеально подходит для конкура. По крайней мере, Джессика умоляла меня купить именно эту лошадь, а не какую-либо еще. Если так подсказывала интуиция, то так и должно быть. Надеюсь, в будущем они достигнут больших высот в конкуре и не только. Но пока что Джессика, не имея Старрайдера, будет выполнять ежедневные задания в конюшне Мурунда, чтобы потихонечку повышать левел данной лошадки. А вы как считаете, подходит ли эта теннисийская лошадка для Джессики? Мне кажется, да. Они хорошо смотрятся. И я даже не сомневаюсь, что будут еще и прекрасно смотреться в полете на фотографиях через препятствия. Давайте теперь включим лето и посмотрим, как эта парочка смотрится летом. Иногда достаточно пересесть с начальной лошадки на любую новую купленную лошадь, и ты уже почувствуешь, как возвышаешься по уровню в знаниях или навыках верховой езды. Хотя на самом деле именно с покупки первой лошади твой путь только начинается. Ты будешь упорно тренироваться в разных
направлениях конного спорта. У кого-то это выездка, кросс, вестерн или конкур. Ну а может быть скачки. Джессика очень рада, а мы радуемся вместе с ней. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши воспоминания или эмоции о покупке своей первой лошадки. Я очень радуюсь, что смогла показать вам этот этап жизни данного персонажа. Возможно, вы вспомните, как это происходило у вас, и немножечко пустите слезу ностальгии, так же, как и я. Ну а на этом все, и мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео.